Это программа «Сегодня». Мы продолжаем наш выпуск. В России всплеск интереса к курсам по выживанию. В прошлый раз такое было во время пандемии. Но тогда в топе был набор навыков, которые пригодятся в дикой природе, когда человек остался без еды и воды. Теперь, помимо этого, людей интересует медпомощь, приемы самообороны и стрельба. Где такому учат, кто туда идет и, главное, зачем, Евгений Голованов провел один день с экстремалами. В спортивно-патриотическом клубе «Ярополк» раньше основной упор делали на рукопашный бой. Теперь наиболее востребованная дисциплина – обращение с оружием. Взяли, настроились. Ноги на ширине плеч, корпус вперед чуть-чуть. Приклад упирается, движение сюда. Бам! Я в камеру попал, ничего страшного. Условия хоть и не максимально приближены к боевым, но и в спортзале. Под бронежилетом 7 потов сходит. Тот самый случай, когда тяжело в учении. Мы это делаем специально для того, чтобы по большей части людей сплотить. Потому что в нынешнее время люди еще обычные, которые на гражданке, они немного побаиваются повестки современной, нынешней. А когда они приходят сюда, они оказываются в какой-то семье, и весь страх, он полностью пропадает. Большинство из этих парней никогда ранее не держали оружие в руках. Максимум пневматику в тире, выбивая плюшевую игрушку для своих подруг. Теперь не до игрушек, да и сами девушки встали под ружье. Армейский фитнес. Пауза, пауза. Вот. Корпус вперед. Вот. Убрала. Пробуй еще раз. Учиться, но мы стараемся. Очень интересно. И я даже не знаю, смогут ли женщины, я лично, когда-нибудь так виртуозно управлять. Такое занятие, которое делает меня сильнее физически и морально. В соседнем зале занятия по тактической медицине. Сегодня учатся оказывать помощь при ранении в грудь. Допустим, есть у нас вот проблема. Вот у него ранение здесь. И прокол делаем. Нигде я показал. Вот у него есть повреждение. Ищем межреберье. Вы поймете, что попали правильно, потому что из нее пойдет воздух. Мы приходим узнавать что-то новое, подготовиться в случае непредвиденных каких-то обстоятельств. Мы хотим быть готовыми и приносить пользу, собственно, не быть обузой и что-то вот полезное сделать. А ведь в советские времена все эти навыки прививали еще со школьной скамьи на занятиях по начальной военной подготовке. В 90-х ее заменили на основы безопасности жизнедеятельности, где основной акцент делался на противостоянии угрозам бытового, техногенного и природного характера. В современных реалиях НВП вновь актуальна. Со следующего года ее планируют вернуть в школьную программу старших классов. Евгений Голованов, Яна Федорищева, Иван Озеров, Алексей Сидоров, Валерий Егоров и Екатерина Белоусова. НТВ.